Информацию о том, что морг Владивостока перегружен, специалисты не подтвердили. Ситуация непростая. После закрытия центрального морга работать приходится при городской клинической больнице. Но с нагрузкой справляются. Я считаю, что эта информация поступила все-таки от недобросовестных представителей ритуальных компаний, которые, я думаю, пытаются заработать на этом деньги. Это мое личное мнение. Если что-то начинает смущать, то давайте оперативно собираться, принимать решение, вот вторым буквально, регулировать рабочий график. Какие-то там логистические вещи, да? Ритуальные компании в том числе. Сейчас в Владивостоке заканчивается строительство нового тонатологического корпуса. Сегодня здание готово на 85%. Но работы уже должны были закончить. Павел Серебряков взял ситуацию под личный контроль. Крайний максимальный срок – это июнь месяц, 1 июня 2014 года. Значит, будет это планируемая задача объекта. Это моя, да, наша сейчас дата, на которую мы готовы выйти. Сметная стоимость проекта около 500 миллионов рублей. Сюда входят и строительно-монтажные работы, и установка оборудования. Вице-губернатор поставил задачу еженедельно докладывать о ходе строительства. Евгения Колесникова, Игорь Белый, «Панорама».